Потому что зачем нужно покупать за свои деньги путевку в Терскол или какие-нибудь билеты туда, ехать на расстояние пушечного выстрела от Чечни, от Абхазии, где, к сожалению, русских не очень любят. Так получилось, мы в этом сами виноваты. Но так тоже получилось, и мы в этом тоже сами виноваты, что тот лейтенант Калинкин, который летал по этим склонам в 82 году, в январе, он живой до сих пор. И никуда от этого я не могу деться. И что бы ни случалось в моей жизни, я постоянно нуждаюсь в этих безумных днях, в этих безумных горах, в этих камнях, которые обдирают лыжи. Вот. И такова наша судьба. Никуда мы от этого не денемся. Нам остается только одно, друзья. Нам остается только одно. Нам остается только радоваться этому, что у нас это есть. Потому что есть масса людей, которые этого лишены. Которым достаточно там, стакана водки, тарелки с салатом. Вот. А мы с вами, к счастью, имеем то, что называется душой. И загасить это можно только одним. Только этими билетами, этим безумным казанским вокзалом, этим поездом, в котором, слава богу, тебе досталась верхняя полка, и друзья не очень шумят ночью. И слава богу, что менты пришли тихо, взяли у них денег за распитие напитков и ушли. Вот. И ты высадился, и тебя встретили. А тебе повезло, что твои друзья тоже не очень сильно шумят, а на горе снег, и канадчики не очень сердиты, и они с тобой даже здороваются. Послабь приятное постоянство, которому лекарства нет, тем, кто питается пространством и поднимается чуть свет, кто путь по-своему разметил от середины до краев и тратит жизнь свою на ветер, который сам же создает. Ведь нам без них
этот свет, как этот снег, как высота, как этот свет, как этот снег. Что-то хочется, вот, чтобы я спел. Вы говорите, я буду это стараться спеть сразу, потому что держать людей, конечно, здесь бесплатно фактически, без, как бы, не очень правильно будет с нашей стороны. Да. Вы понимаете, да? А делать полный концерт, 2 по 40 минут, не знаю, как это, правильно это будет или нет, не очень правильно. Вот, поэтому давайте, знаете, что делать? Я буду петь свои старые песни, которые вот... Вы знаете, что в этом году у меня... Поэтому я сейчас буду вспоминать то, что мне в голову взбредет. Вот. А вы потом по ходу пьесы мне говорите, вот, Миша, а вот это. Я взял специально талмуд. Нет, ну а новое тоже что-нибудь спорит. Вот я спел уже. Я спел «Улетай». По-моему, песня хорошая, но ее нужно, конечно, делать. Она, по-моему, получилась, да, Сань? Получилась. Сань, прости меня, пожалуйста. Во-первых, я хочу перед Саней извиниться, потому что мы с ним хотели вдвоем делать концерт, но... Ну вот, времени просто не хватило. Сейчас я еще одну новую спою песню. Места, где небо,
где всю жизнь живет моя легкая душа. Я хочу вам рассказать о местах, где не был, где всю жизнь живет моя легкая душа. Жизни острые ножи нас с тобой венчали, обдирая в друзей веру и любовь. Развяжи мне, развяжи все мои печали, пусть под тяжестью своей канут в глубину. Полшага до неба, где свет золотой, где звезды и солнце, и пыль, где и не быль, краюшкою хлеба, свободный глоток и вечная юность, полшаги на небо, и вечная юность, полшаги на небо. Меня поток через буераки, обдирая друзей веру и любовь. Дай мне воздух, глоток под небесным мраком, дай услышать в небесах ветер голубой. Небеса, ветер голубой, полшага до неба, где свет золотой, где звезды и солнце, и жизнь, где и не был, краюшкою хлеба, свободный глоток, и вечная юность, полшага до неба. Полшаги до неба, полшаги до неба. Давай полетим. Горяченькие пляжи, холодненькое пиво, хлопаем. Но вот однажды в среду, влюбившись не по фану, я полетел по следу своей прекрасной дамы, и подобравшись слюни, предмыв в это море, пришел в себя колюня, уже на кругозоре. Плющит, плющит, о, как меня плющит, тащит, тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит, тащит, тащит. А там такое стало, а там такое было, что все, что прорубало, дело и прорубило, дело и разрубило. Все то, что было летом, с невероятной силой, так чисто и конкретно. А там все, блин, комбезах, а там все, блин, пуховка, все на подъеме лезут, и весело, и ловко. Там вот и жизнь гуща, движений настоящий. Там невероятно плющит, там невероятно тащит, 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 о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит, тащит, тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. А над нами висит солнце, а над нами летит ветер, и хрустального дня донца, а отовсюду к тебе светят. Плющит, плющит, о, как меня плющит, тащит, тащит, о, как
меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Тащит, тащит, о, как меня тащит. Пускай станется пробки, пустой станется кризис. А в руку все лотовка, цветы, как телевизор. Веселье без кончины, прикольно и красиво. Медведы и хичины, и шашлыки, и пиво. Эй, пристегните меня к лыжам. Эй, привяжите меня к палкам. Там светит солнце меньше крыши. Там облако висит мочалка. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Тащит, тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, только меня плющит. Тащит, тащит, только меня тащит. Эй, 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 эй,
Спасибо, Паша. Спасибо. Спасибо. Нормально, да?
Я просто вот сам от себя сейчас балдею, я придумал новую песню. Спасибо. Дело в том, что вчера мы работали на выставке у МЧС, где проходил конкурс на лучшую фотоработу. И я горжусь, что меня туда позвали. Там люди выставляли работы, которые были рождены в результате работы вот этих вот потрясающих святых людей, МЧСников. Вот. И... Привет. Да, и вот эти работы, я их видел. Я хочу спеть песню, посвященную Хизыру Тутовичу Войтову, Боре Тилову. Поднимите руки, кто знает, кто это такие. Вот, спасибо. Тем, кто Саше, Абу, ну и в общем всем прилюдным спасателям, вот. Они говорят, знаешь, мы, говорят, вот иногда думают, что мы похоронная команда. Я говорю, нет, ребята, вы не похоронная команда, вы, наоборот, святые люди, возле которых приятно просто посидеть, когда вы даже пьяные там сидите, спите на лавке, потому что от них исходит такая аура, что потом чувствуешь себя совершенно, совершенно по-другому. Вот в Москве, и я хочу две песни спеть, первая песня, вот про них непосредственно, которую я написал лет, наверное, 10 назад. Я очень горжусь тем, что эта песня у них написана, напечатана, висит у них в спасаловке. Нас водят жизненные цели, полюсов невидимый магнит, души тех, которым мы успели, души тех, которым предстоит, в гороскопах чьих-то незнакомых быть последней самой из надежд. Трещины сшивать и переломы риском перекрученных судеб. Строчка непроверенного шага, за которой караулит враг. Как нам непрочно бытия бумага, если ты увидел это, брат. Давай, дружище, смотри внимательно, ошибки вряд ли исправит кто-то. Спасателей у нас такая с тобой работа. Господь не любит спасать спасателей. У нас такая с тобой работа. Посмотри в заоблачные дали, где-то в черном космосе летят души тех, кому мы опоздали. Пусть они поймут нас и простят. Слева жизни праздничное поле, справа бездна смерти ледяной. Между них с веревкой мы с тобой под руками держим мир иной. Давай, дружище, смотри внимательно, ошибки вряд ли исправит кто-то. Господь не любит спасать спасателей. У нас такая с тобой работа. 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 Шестого апреля 1999 года на Пастухова улетел австриец, которому было 44 года, у которого была семья, трое детей, бизнес и все хорошо в жизни. Ну и черт понес в наше любимое Приэльбрусе. Он на бутылочном льду не удержался и въехал головой в камни. 7 апреля я участвовал в эвакуации его тела с Пастухова. И поверьте мне, есть Господь, наверное, который за нами смотрит, на наш кукольный театр, и иногда вкладывает в наши бессмысленные туловища какие-то слова. Вот. И вот то, что он вложил в меня в том апреле, мае, июне. И вот уж
осталось навсегда. Пробивший в космос коридоры за все прошедшие года, его душа в ледник улетела потоком белого огня и навсегда простилась с телом, и нас осталось охранять. Лейтенанта, поехал на горнолыжный курорт Цахкадзор, в котором никогда не был. Я купил путевку за 93 рубля в Терскол, потом я ее сдал, у меня была несчастная любовь, и поехал со своей несчастной любовью в этот самый Цахкадзор. Потрясающее место, где совершенно удивительное биополе, где совершенно фантастическая гора, где я себе сломал палец, чем до сих пор горжусь. Как мы все, собственно, гордимся всякими мелкими глупостями. Вот, и где меня прорубило настолько сильно, что Господь вложил в меня вот песню, которую я не считаю своей, а я считаю этой песней, наверное, вот горные лыжи. Это то, что есть хорошего в человеке, то, что вот мне повезло на эту песню, наверное. И спасибо, Саша. Сань, спасибо тебе большое. Федорченко, аплодисменты ему, пожалуйста. За то, что он меня допустил, попросил спеть. Вот. У меня была несчастная любовь, ну, знаете, как всегда, у многих, у всех у нас это было. Любишь кого-то, а оно тебя сначала вроде да, а потом вроде нет. И ты ломаешься об колено, и хрустят твои позвонки. Из тебя вытекает сукровица, даже крови уже никакой нет. И ты понимаешь, что это смешно и глупо, и ничего с этим сделать не можешь. И мне повезло, что из меня вот эта песня вышла. И, видимо, вот вся боль, которая была накоплена до этого, она вышла вместе с этой песней. Поэтому песня такая вот получилась.
не такая, как все. Это действительно песня. Я считаю, что у меня есть песни 5 или 6 настоящих. Это действительно то, что получилось по-настоящему. Сущность нашей безумной жизни становятся все более сдержанными внешне и более содержательными внутренне. Я считаю, что гениальная форма, которая называется русская народная форма, которая называется блюз, это то оптимальное сочетание цены и качества, которые мы платим всякий раз, когда стоим перед выбором, а что же я сейчас должен делать? Я должен блюзить, ребята, по жизни. И что бы ни происходило, я должен сейчас блюзить. И мы должны делать то же самое. Мужчины, я имею в виду, сами, ты понимаешь. У женщин у них свои примочки, у них там
То Хали, то Гали, то Шизгара. Они все равно нас умнее, они нас все равно всегда объедут по тротуарам, они всегда делают все лучше на порядок. То есть мы туда приезжаем, а там уже следы, уже все. Грибы уже все обобраны. Да, и нам остается только блюзить, ребята. Я этот телевизор привез домой, там поставили, включили. Вот, я, Леня меня встретил, говорит, слушай, ну, это,
что-то такое ты мне дал. Я говорю, я тебе телевизор. Он говорит, хорошо, все. Телевизор месяц назад мне на торжественном вручили. Вот. Аплодисменты Лёне Маракович. Да будет свет на ваших кораблях, да растворятся хладные туманы, и встретит вас сиренями земля. Да будет мир и праздник в доме вашем, и свежий ветер в ваших парусах. До краев всегда налита чаша, и только ваше время на часах. А вашим птицам вниз не опускаться, а ваших стрел не тратить по пустям, а добрым снам и снится и сбываться. Все мои песни написаны под воздействием каких-то сторонних людей, потусторонних людей, которые вселяются в меня и потом моими словами и моими музыкальными скудными средствами выражают свое, так сказать, безбрежное существо. Вот. И одним из главных людей в своей жизни я считаю Юрия Висбора, с которым я не был знаком, о котором я только слышал. Причем первые рассказы о нем были такие: вот он там концерты делает за деньги, ах, какой он нехороший. Это конец начало 80-х годов, Советский Союз. Вот. А сейчас я понял, начинаю понимать, так сказать, что это такое, какой это человек. Это, я не хочу говорить, что это великий человек, я хочу просто сказать, что это человек, который выразил своим творчеством вот мою личную суть, так же, как, наверное, суть большинства мужчин, живущих в Советском Союзе в то время, живущим сейчас, вот, который не делал из себя икону, который не пытался стать бунтарем, разрушителем каких-то устоев, там, вот, который просто жил, который зарабатывал деньги, кормил своих близких и говорил слова, которым говорил минимальное количество слов с максимальным количеством смысловой нагрузки. Вот, и я сейчас хочу вместе с вами отдать ему дань уважения. Ну, говорят, что у него были тяжелые моменты какие-то в жизни, он там проблемы, как у нас, они у всех есть, собственно говоря, но я считаю этого человека одним из своих учителей, вот в области того, что я играю и пою.
И я сейчас хочу спеть песню, которую написал, наверное, Висбор. Написал ее Висбор, а я ее просто записал вот так. Тоже мы сегодня так, знаете, как говорится, по габровскому счету встречаемся, без дураков, да. Ну, понятно, что есть стили, есть какой-то харизма какая-то. Остальные люди эту харизму копируют, разбавляют, разбодяживают, а потом подают это как свое. Я не хочу из этого делать, спасибо, Катюш. Я не хочу из этого делать, так сказать, не хочу кривляться перед вами. Вот. Есть образ жизни, образ писания, образ представления этой жизни Висбора, через который прошло большинство людей, которые вот у нас сегодня называются авторской песней, я в том числе. Вот сегодня у нас был день части, 47 лет была части, в которой я служу. Я сегодня утром написал песню, и я очень радовался тем, что она получилась, как будто ее писал Висбор, если бы он служил вот там, где я сейчас работаю. Вспомните приют 11, вспомните, пожалуйста, кафе Ай, потрясающее место, потрясающая энергетика, как мы с вами там ночевали, как мы там с вами пели в ночном кафе, как мы там завтракали, потрясающих людей, которые там живут. И ощущение того, что сейчас вот ночью, когда мы сидим там, что сейчас кто-то придет, какой-то человек или какое-то существо подойдет, постучится в дверь, мы откроем, и все ахнут, а там стоит что-то такое, чего ты никогда в жизни не видел, от чего мурашки бегут по коже, когда идешь в этот самый туалет за лбом, даже если у тебя на лбу фонарик, все равно это чувство во мне живет постоянно, и от этого еще интереснее становится там жить, ночевать и петь самые простые песни. Мы ночевали на приюте среди снегов, ветров и скал. Непритязательном уюте, где звезды около виска, где дверь красиво, мелодично поет приветствие слова, где Юрий Иосифович лично когда-то тоже ночевал. Мы много пили, много пили, забыв про грусти роста цен, и вместе над землей летели в кафе хрустального кольца, и под заснеженным карнизом рождались нужные слова. И Юрий Иосифович Висбор нам с неба тихо подпевал: больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама рисовалась уже, время прошлое стекает в отрицы, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает в отрицы, мы с тобой, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила: не верь, не бойся, не проси, ищи друзей согласно чину, от боли вслух не голоси. От плетки, так же как от водки, пусть не кружится голова. И в мире лучше нет находки, хоть раз на небе побывать. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовалась уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой, и завтрак с видом на Эльбрус, и нам вела Шевченко света, зеленый терпкий чайный вкус. И мы на лыжах мчались к низу, и вновь февраль был на дворе. Юрий Иосифович Висбор нам улыбался из двери, лишь у печки стоят, коснется конец коровы, и месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Больше некуда, друзья,
поем. Время прошлое стекает традицией. Мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобой, брат, на небе уже. Хочу сразу, извините, уж так я перескочу через... В 1998 году мне посчастливилось... То есть, представляете, я простой российский подполковник, который живет на простую российскую зарплату, всякие кризисы и прочие проблемы, и вдруг меня прорубает человек, мне звонит и говорит... Я ехал на подъемнике, рядом со мной сидел местный, я у него спросил, как будет по местному пожелание добра. Он мне написал, он мне сказал, я записал на бумажке. И... Любочки Прохоровой нету сегодня, да? Да, привет, Любочка. Вот, это как раз для тебя. Спасибо, зайка, что ты пришла. Я хочу посвятить Любе и журналу «Горные лыжи СКИ», который нас поддержал с самого начала, который до сих пор с нами. Искоркою пролетит самолет, моя белая птица. Спасибо. Я себе пожелаю уйти, чтобы завтра опять возвратиться, чтоб тянулась волшебная нить, шла в мой город, куда я уехал, чтоб подольше в душе сохранить это теплое горное эхо. Легкие наискосок моего добровольного плена. Твое солнце запомнит висок, твои склоны запомнит колено. Твою силу подхватит мой шаг, твое мужество руки и плечи. Твое небо запомнит душа светлым домом по имени Вечность. Лыжный рай, на-на-на-на-на. Светлый край, на-на-на-на. Потрясающая была поездка. Хлопаем. Темный притихший южный поселок, новые лыжи, я еще молод. Скользи по чекету, спасатель не спит. Меня тут летает на доске воды. Меня тут летает на доске воды. И тогда я сказал ему: я убью тебя, то зачни. Я убью тебя, то зачни. Я убью тебя, то зачни. Я-я-я-я-я-я-я, то зачни. Я убью тебя, то зачни. Я убью тебя, то зачни. Я убью тебя, то зачни. Что ж ты не смазал крепление маслом? Молча смотрел и вот так улыбался. Вижу, спасатель на свету засек. Унесла люльку, я тему просек. Унесла люльку, я тему просек. И тогда я сказал:
Я люблю тебя, то зачни. Ты ж, братан, мне мой, то зачни. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, то зачни. Нога болит. Когда полночная луна встает на небе блистом, ко мне в моих полночных снах приходят стандартисты! Мы любим стандартистов, мы любим стандартистов, как банк-капиталисты, как цель-активисты, конкретно, блин, и чисто. Мы любим стандартистов, их любим рано утром, их любим утром рано, завязанных банданы с лопатами в карманах, в ушах у них бананы, но любим утром рано. Их полный любим тоже, их полный любим тоже, облупленные рожи, как маном нас обложат. Конечно, может. Конечно, может быть, на них однажды кто-нибудь как-то рассердился, бился, бился. Тогда и участок случайно, блин, доской засадили по зубам, по зубам, по зубам. Он виноват в нужном месте и неправильное время находился. Ему, конечно, непростая, просто выпала такая вот судьба. Не бойся человека с доской, не бойся человека с доской. Хлопаем. Не бойся человека с доской, не бойся человека с доской, не бойся человека, когда он доской. Мы любим стандартиста, как цена цивилисты, любить их любим утро, как Ленинка на сутру, их любим мы под вечер, вот только ноет печень. Часть третья, дорогие друзья. Вот. Ну и сразу я хочу спеть песню тоже, пометуя о том, что здесь ветераны горнолыжного клуба «Чедети», 10 лет у нас сегодня, и тоже песни есть, которые...